Всем привет! Я очень избирательно отношусь к рекламе и делаю ее очень редко, но данный курс мне хотелось бы вам порекомендовать. На маркетплейсах сейчас огромная конкуренция, сложная бюрократическая система и большие риски остаться ни с чем, из-за чего заработок на этих ресурсах не представляется возможным для большинства людей. Но если желание что-то изменить в своей жизни и стать финансово независимым не пропадает, можно обратить свой взгляд на Авито. Благодаря Авито можно начать зарабатывать быстрее и проще, чем на любом популярном маркетплейсе. Авито дает возможность продавать товары и зарабатывать без больших вложений и бумажной волокиты. А как и что продавать, вам расскажут эксперты из компании Easy Apple. Они сделали обучающий курс, в котором рассказывают, как начать зарабатывать на Авито. Переходи по ссылке в описании и узнай, как выйти на стабильный доход короткие сроки и без больших вложений. А с промокодом «Перевожу» вы получите скидку в 10%. Желаю успеха в ваших начинаниях! Привет, меня зовут Спектр, я учитель пения из Нью-Йорка. В этом видео мы посмотрим, как Димаш будет петь. Давайте сделаем это вместе, и я поделюсь с вами своим мнением. Поехали! Я остановил, потому что удивлен, что эта песня на английском языке. Ладно, проехали. Это было очень-очень-очень красиво. Мне понравилось, что он начал петь с этим дыханием, этим низким тоном, и затем он переходит в головной голос. И тяжело петь так высоко с этим воздухом в головном голосе. Для этого требуется уйма контроля, чего у Димаша хоть отбавляй. Это очень прекрасная версия Adagio. Лично мне по душе. Я чувствую его эмоции. И это самое важное, когда мы говорим о пении. Да. Это хорошо. Это славно. Мне нравится, как он использует свой грудной резонанс. И здесь он потихоньку приближается к своему смешанному голосу. Я остановился, потому что я по-настоящему впечатлен. Я поражен полнотой грудного резонанса. Он добавляет эту низкую гортань, и у него получается очень большой звук.
Здесь у Спенсера пропадает звук, но, как я понял, он говорит о реакции публики, об их чувствах и слезах. Ну и, конечно, передает вам приветы. Извините, но я не смог сдержаться. Они же сейчас там все шизанутся. Святые укупники. Вау. Это пока что лучшее выступление, которое я видел в исполнении Димаша. Силы небесные, меня унесло. Димаш жгёт! В общем, это было удивительно. На самом деле, поразительно. Вау! Это выступление... Это лучшее выступление, которое я видел у Димаша. Он... Я уже не знаю, что еще о нем сказать. Это было потрясающе. Я насладился этим сполна. Парень, ты чудо! Настоящее чудо. Вау. Я бы оценил это как высший класс. Димаш, я уверен, что это многого тебе стоило. Надеюсь, вам понравилось. Мое мнение об этом видео. Подписываемся на наш канал и включаем уведомления, чтобы знать о выходе новых видео. Увидимся в следующий раз.